Всем привет! Хочу вам показать свои покупочки в магазине «Магнит» и в «Хозяюшке». Давайте начну с «Магнита». В «Магните» мы купили воду 5 литров. Это кристальный родник. Она стоит где-то 30 рублей примерно. Дальше купили яблоки на ужин мне. Здесь 4 яблочка. Яблоки килограмм за 99 рублей у нас. Дальше 3 огурца я купила за 8 с чем-то рублей. Они у нас стоят. Батон. Лепешку такую первый раз взяли. Лепешка итальянская, фокаччо с луком. Первый раз такую берем. Дальше я взяла Марс, Сникерс. Марс и Сникерс. Люблю очень Марс и Сникерс. И взяли кофе Макаоба. Один пакетик мужу. Дальше сосиски мы взяли по акции. Они стоили 8 с чем-то рублей. Эксклюзивно. В общем, это сливочный ГОСТ. Плюс 50% подарок. Здесь их много. Такая упаковка нормальная такая. И стоит бюджетно очень. И еще мы зашли в «Хозяюшку». В «Хозяюшке» мы купили землю, чтобы пересадить цветок женское счастье. И если я его пересажу, то покажу. Он у меня уже начал цвести, и нужно пересадить. В общем, землю взяли. Здесь, не знаю, сколько она. В общем, землю взяли. Горшочек для цветка пересадить. Такой с ромашками. И зубную пасту взяли. Какую-то парадонтол. Взяли первый раз такую пасту зубную. Ну и там лампочка. Ну вот и все. Вот это такие покупки были. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.